Всем привет, меня зовут Демьян, я с канала Martin Tipots, и еще тут по Blender, как сделать его развертку. Первым делом нам нужно открыть дополнительное окно. Я для своего удобства скрою панель, тулов, то есть инструментов. Нажимаю на букву T, и все. Теперь мне нужно здесь выбрать VMH Editor. Вот туда. И теперь в основном окне я нажимаю Tab, чтобы перейти в режим редактирования. И нажимаю U, чтобы создать Smart UV Project. И еще, вы можете здесь редактировать размеры. Но стандартно здесь стоит 66. И я вам советую лучше ничего не трогать. Нажимаем ОК, и все, есть у вас UV развертка. Если вы отмените выделение в основном окне, то у вас пробьет UV развертка. А если вы снова его выделите, то у вас он снова появится. В общем, это работает. И теперь вы можете свободно экспортировать в формате FBX, там OBJ, там, не знаю, Alembic, Collada. В общем, какие хотите. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И можете рекомендовать это видео друзьям. Еще не забывайте писать в комментариях, какие видео еще нам снять. Ну, если какие-то туториалы. Всем пока.